Всем привет! Многие обновились на iOS 6, и у них пропал YouTube. Но не огорчайтесь, в App Store можно скачать официальный гугловский YouTube. И о нем сегодня пойдет речь. Как только мы включили это приложение, нам сразу показывают видео, которые нам рекомендуют, которые добавили, которые лайкнули и так далее. Здесь есть кнопка поисковика. Можно набрать вручную, а можно сказать голосом. А если потянуть вот сюда, то нам показывают наши настройки, а также каналы, на которые мы подписаны. Давайте нажмем на наш канал. Тут показывают, сколько у вас подписчиков, ваши добавленные видео, ваши плейлисты, покупки. Но я, в принципе, не знал, что на YouTube можно что-то покупать. История, посмотреть позже и, конечно же, избранные видео. Как только мы нажали на добавленные видео, можно сразу посмотреть списком все ваши видео. Давайте нажмем на любое видео. Сразу начинается загрузка. Чтобы посмотреть видео целиком, нажимаем на эту кнопочку. Видео переворачивается. Очень быстро все воспроизводится. Под видео показывается, сколько людей лайкнули это видео, описание этого ролика и, конечно же, сколько просмотров. Также можно посмотреть на похожие видео, на комментарии. Довольно удобное приложение. Если вы обновились на iOS 6, качайте обязательно, а то останетесь без YouTube. Кстати, на iPad этого приложения нету, так что вы в пролете. Ну а я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!